А как стрелять-то? А как стрелять? Как стрелять? Точки, 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 точки. Еще точки. Ты что там, трусы снимаешь или что? Привет! Недавно вышла вторая часть игры «Кошмарный цирк с Бэйби», и в этой игре будут новые кошмарные фантайм-аниматроники. Это канал FNAF Play, а я медвежонок Фредди. И не забывай, что чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет следующее видео. На канале я уже проходил первую часть этой игры, и она была довольно страшная, по-моему, полностью мы ее не прошли или на стриме проходили. В общем, это вторая часть, и давайте посмотрим на нее. Будет ли она страшнее первой? Сейчас узнаем. Итак... Ах, наконец-то. Я почти все закончил. Все были рады, что игра вышла официально, но официально это неправильное слово. Что? Подожди минутку. Это что? Это главный герой говорит, наверное. Почему я сам с собой разговариваю? Чувак, я не знаю. Надо бы мне немножко отдохнуть. Ты что, трусы снимаешь или что? Что за звуки? А, завтра будет новый день. А, он спать лег, ё-моё. Ну ладно, допустим. Чё-то начинает... Опа, а это я помню, это что-то самый цирк из первой части. Неплохо. И чё ж будет теперь? Главный герой уснул. Вот дерьмо, где это я? Успокойся. Говорит кто-то. Кто ты? Я вообще в шоке. Я Бэйби. Так, ну, кошмарный, наверное. Прежде чем ты убьешь меня, пожалуйста, подпишись на... Куда? На меня подпишись? Что? Мы так не договаривались. В смысле, ты о чем, Бэйби? Ты с ума сошла? Ну-ка, быстро, быстро подписалась на меня. Охренеть, кошмарный Фантайм Фокси. Внезапинка. Кликните на кошмарном Фантайм Фокси, чтобы снять его кошмарные запчасти. Когда вы будете готовы, то кликните еще раз. Чего? Фантайм Фокси умрет? Я не хочу убивать Фантайм Фокси, но придется, походу. А куда ему кликать-то? Куда? Я ему щеку оторвал, практически. Опа! Мы разбираем его? А зачем? Чувак, я не хотел этого делать, сорян. А что еще тебе разобрать? О, блин, даже страшно, такие звуки, я не могу. Ё-моё, ты дурак совсем! Охранник силу не рассчитал, походу, но выкинул. Фух, ладно, мы попали обратно в цирк. И что делать? Я даже испугаться не успел. Там появилась надпись «Скримак»? Это был скримак, я понял, окей, игра. Ты не надо мне предсказывать скримаки, я должен сам как бы... А что это был за скримак? Я что-то даже не успел обратить внимание. Напиши в комментариях, что это был за скримак. Это какой-то кошмарный аниматроник был или что? Я что-то как-то это... Я чё-то не догнал. Я просто внезапно. Он так налетел. А что здесь делать? Это куча Бэйби. А, они взрываются. Интересно. Игра, по-моему, немножко странная. Тебе не кажется? А как-то немножечко что-то тут не... Что-то подстава какая-то. Это... Окей, надо всех Бэйби убрать отсюда, да? Но это надолго. Ты можешь пока чай попить там, сходить, сделать себе бутерброд, сходить там, я не знаю, намутить, похавать что-нибудь, пока этих Бэйби тут убирают. Это же как бы да. Не-не, подожди. Вместо этого лучше знаешь, что сделай? Лучше пока что возьми лайк, поставь комментарий, напиши. А Бэйби там все меньше и меньше становится. Давай-давай, займись полезным делом, пока я вот этой фигней занимаюсь. А ты займись полезным делом, поставь лайк. Сделай себе покушать. Все, ты готов? Надеюсь, ты все сделал, потому что осталась последняя Бэйби. Лайк поставил? Все, смотрим, что будет дальше. Так. Уничтожь его. Это босс? Я помню этого чувака, он был, короче, в этой, в первой части, да? А как его уничтожить-то? В смысле, а как? Я пытаюсь, он... О! В нос ему на... Ему на нос надо кликать, серьезно? Только куда разогнался, алло? Ты сейчас, по-моему, на со скоростью света начнешь летать, дурачок. Нос. Нос. Стой, падла. Он сейчас телепортируется куда-нибудь в будущее, я тебе отвечаю. Ты... Я не могу на него нажимать на нос постоянно. О, все, я его сломал, походу. Нет, я надпись сломал. Я, по-моему, игру сломал. Ой-ой-ой. Куда? Куда? Поехал, стой.
Это очень странная игра, на самом деле. Я ничего не понимаю, но у меня ничего не понятно. Ты, может, сдохнешь, чувак? Не, ну это перебор уже, это... Да это перебор... О, нет, попал, спокойно. Мне кажется, он в стиральную машинку попал, или что? Кто... Чувак, ты решил себя постирать? Ты вроде не грязный. Да хватит! Да я не могу попасть! Когда скорость была выше, я и то мог попасть. Да что ж такое-то, а? Да стой! Вот это задание, да? Угу, да это невозможно! Да это невозможно, я уже не могу нажимать! Я не могу уже, хватит, тварь, летать так быстро! Есть, попал, спокойно, да это невозможно! Давай в другую сторону, конечно, ты же умен, давай! Опа, я его сделал! С упоротой рожей он умер. Мне кажется, разработчик криво обрезал картинку. Ну, разработчику виднее, он так видит, он же создатель, как бы я... Я ничего не понял, но очень интересно. Подожди. Кошмарный цирк Бэйби, никто не пострадает, Бэйби сейчас пёрнуло, что ли? Что за жопно-сортирные шутки? Ладно, окей. Старт игры. Поехали. Что происходит вообще? Это нормально? Это ж хоррор. А, ясно. А как стрелять? По-моему, развезло немного в стороны. Опа. Я не могу! Что происходит? Я не могу... Могу двигаться. Это Скотт бежит. Скотт бежит мимо каких-то вампиров? Что за бред вообще? Ну, музяка-то топовая. Не, ну хотя бы музяка нормальная, окей. Так, а тут что-то сложно пошло. Офигеть. Они уже крутятся. Я вообще-то хоррор скачивал, если чё, как бы. Это должен быть хоррор, понимаешь? Это вторая часть кошмарного цирка, блин. Ну, допустим, ладно. Веселый Скотт бежит мимо... каких-то тупых вампиров. Опа. Все, экран начал двигаться. Вот это сложно уже сейчас будет. А тут невозможно, это... Да это тупик! Это кто? Ты кто? Это что, он из бантиков? Что это? Это что за дичь? По-моему, это самая трэшовая фанатская игра в мире. Просто как бы... Я, конечно, все понимаю, но это трэш. Это слева упоротый фантайм кошмарный Фредди, да? Окей, follow me, следуй за мной. Куда? А как? А куда? А в смысле, а как? О! Следуй за мной в Инстаграм? А я сейчас реально зайду в Инстаграм. Ты что думаешь, я пошутил? Инстаграм фиолетового человека. Подписывайся на него и на мой канал. А еще ставь лайк. Минутка рекламы. Саморекламы. Поехали дальше. Куда тебе еще подписаться? А, извини. Это было плохо. Значит, апрельская шутка? А, так это шутка на 1 апреля. Я думал, это серьезно вторая часть. Прикинь, меня автор обманул. Блин, как бы 1 апреля уже давно закончилось, ну ладно. Что ты сказал? А, ты чихнул? Ну, будь здоров, чувак. Что? Что сделать с тобой? А, однако, это еще не конец. Здесь что-то еще, что я хочу тебе показать. Это реально круто. Но между тем, точка, давай запятая, давай еще что-нибудь, точки, еще точки. Ты со мной не хочешь разговаривать, да ты меня игноришь. Я не пойду в твой Инстаграм, чувак. Не-не-не, там поди... Я просто трачу свое время. А ты не охренел? Мы тут, видите ли, записываем игру. Мы тут, видите ли, смотрим контент. А ты тут наше время... Он тратит наше время, понимаешь? Он твое и мое время сейчас тратит, сидит. Козлина фиолетовая. Пока. В смысле, пока? Пока? В смысле, пока? А ты куда ушел? Куда ты ушел? Куда ты ушел? Подожди. Нет, мы так не договаривались, что за пока?
Ты слышишь, музыка какая-то играет? О, вау! Что за флешбеки из прошлого? Что за флешбеки? Вьетнамские пошли, флешбеки, ты понял? Охренеть! Бобёр, где чипер? Дома, наверное. Я не знаю, где чипер. Чё это типа тизер к новому хоррору, да? Неплохо. Это было неплохо, слушай. Это было неплохо, я спалил свой рабочий стол. Ну ладно, что ты там не видел-то, в конце концов, на каждом стриме палю рабочий стол. Но это было, я тебе скажу, очень даже неплохо. Мне понравилось. Это была апрельская шутка, как ты понял. Но было классно. Надеюсь, тебе тоже понравилось. В общем, эта игра оказалась шуткой на 1 апреля, но были даже и скримеры, и какие-то забавные непонятные моменты. Надеюсь, тебе зашло, потому что это было очень прикольно. Обязательно ставь лайк, чтобы новое видео вышло быстрее. А сейчас всем удачи и всем пока!